Разговаривают, значит, русский, англичанин, итальянец. Обсуждают они, как бы каждый убил бы, говорит, свою тещу. Ну, англичанин, я купил бы яду и подсыпал бы ей в стакан с вином, она бы его выпила и оттопырилась бы. Итальянец говорит, а я бы купил ей Феррари и испортил бы тормозную систему, она поехала бы и разбилась. Русский сидит и говорит, а я бы купил своей теще 10 таблеток анальгина. Они с удивлением к нему. Зачем? Ну как зачем? Взял бы я их, разжарил бы на сковородочке в жидкость, потом бы вылил, застудил, там бы получилась такая большая таблетка анальгина. Положил бы ее так в кухню, а она зашла бы такая, о, нифига какая большая таблетка анальгина, а я в это время ее топором сзади. На!